надо быстрее, надо это, надо не подвести, надо не опоздать. Ну и никого не протаранить по дороге, никого не сбить, потому что город очень оживленный, очень много движения. Это надо не просто быстро приехать, но еще не создать ДТП, особенно в плохих погодных условиях. Это были очень длинные маршруты, затяжные, то есть можно было за одну смену проехать 500-600 километров, да еще и по трассе, да еще в каком-нибудь кургу. Первые месяца три мне было просто дико сложно, потому что я приезжал суток, всю ночь ехал, с трех ночи до 8 утра я ехал по трассе, я спать хочу, не могу. А мне надо помылся, собрал вещи и надо идти в колледж на пары садиться. Там у меня в дипломе написано музыкант по классу гитара, электрогитара и преподаватель. То есть настолько в эти скачки вник уже, что, собственно, мне без них уже скучно. И совмещать три таких деятельности уже как бы и нормально. В любом случае, у нас сама работа подразумевает дисциплину, ответственность. Мы со своей работой без этого не справимся. Музыкой заниматься то же самое, это, ну, смотря на каком уровне, конечно, если это просто там в гаражах где-то для себя, то это можно так все. А если заниматься этим профессионально, работать с коллективом, там в целом-то то же самое. Все так же, все друг от друга зависят. Перевернем чертов календарь уже, нормально!